на разрушенную атомную электростанцию в Японии, которая расположена на побережье Тихого океана. Фукусима-1. Так, вот у нас загрузилась программа. Пишем Япония в строке поиска. И полетели, значит, Япония. Так, что там? Ага. Вот началось наше путешествие к Японии. Появились значки, говорящие о том, что здесь был эпицентр землетрясения. Ну и полетели на побережье. Так, вот где-то здесь должно быть. Ага, вот Фукусима. Возьмем значок человечка, разместим его, откуда будем смотреть. Так, вернемся. Вот, пожалуйста, разрушенное здание электростанции. Очень быстро сориентировались пользователи Гугла, разместили, сделали объекты по фотографиям, позволяя нам виртуально путешествовать на этом объекте. Так, можем прямо изнутри посмотреть, что там творится. Ну, это, конечно, просто схематично расположенное. Вход. Интересно, что там у нас внутри. Ага, вот внутри. Ну, естественно, мы здесь ничего не увидим. Никакого оборудования. Так как это просто коробочка. Фотографии, кстати. Снаружи. Вот еще одна фотография, когда еще она была целая. Кусим один. Крутим мышку колесико. Таким образом передвигаемся. Труба газочистки, наверное. Такая вот интересная программа. Прощай, Япония.